Давай сделаем такую поделку-аппликацию с супергероями, которые спешат на помощь. Нужно будет подготовить лист бумаги формата А4, вырезалку с супергероями, ножницы, клей, фломастеры и простой карандаш. Давай начнем рисовать. Берем простой карандаш и начнем рисовать с крыши дома. Чуть ниже половинки листа рисуем простую такую прямую, не доходя до конца. И потом сверху тоже рисуем прямую в таком формате, чтобы у нас получился угол. И в верхней части крыши мы нарисуем такие вот как лесенку детальки, для того, чтобы у нас крыша была не просто ровная, а с неким таким узором и выемками. В каждом доме обычно есть окна, поэтому приступаю к рисованию окон. Рисую квадраты и потом несколько палочек внутри, чтобы создать вид рамы. Мне хочется, чтобы в доме было несколько окон, поэтому по такому же типу рисую еще несколько окошек. Ну вот, у меня получилось целых 5 окон. Самое основное мы закончили, теперь можем приступать к раскрашиванию. Я решила, что окна у меня будут желтого цвета, поэтому беру желтый цвет и разукрашиваю им. Для меня как будто бы вечер, и кто-то включил свет в комнате, и окна просто будут как будто бы гореть этим светом, поэтому я выбрала желтый. Вы можете выбрать голубой, либо, например, какой-нибудь серый, да, если в окнах не будет гореть свет, тут на ваше усмотрение. В общем, задача основная – разукрасить аккуратно эти окна, не выходя за контур. Закончили с окнами, теперь я приступаю к цвету нашего дома. Я решила, что он у меня будет такого коричневого цвета, поэтому беру коричневый фломастер и начинаю весь дом, который нарисовала, аккуратно раскрашивать. Также соблюдаем основную задачу – стараться не выходить за контур, чтобы рисунок был максимально красивым.
последнее, что нам нужно сделать, возможно, это будет максимально сложно, потому что здесь будет большая площадь для того, что нам нужно разукрасить, это небо. Оно, естественно, голубого цвета, и весь оставшийся белый лист нам нужно раскрасить. Я буду это раскрашивать фломастерами, можно использовать восковые мелки, либо обычные карандаши, может быть, даже красками вам будет проще или удобнее даже закрасить, тут тоже на ваше усмотрение. В общем, разукрашиваем теперь оставшуюся белую часть листа голубым цветом. Самое, наверное, сложное позади. Мы все нарисовали и раскрасили. Теперь приступаем к вырезанию деталек. Возможно, они у вас уже вырезаны, то можно перемотать видео к моменту, когда мы будем их приклеивать. Если нет, то сейчас самое время взять лист с супергероями, ножницы и аккуратно по контуру, по вот этой черной пунктирной линии вырезать этих супергероев для того, чтобы дальше мы смогли их приклеить на лист. Этап подготовки окончен, теперь приступаем к самому творческому процессу. Нам нужно определить, какой супергерой на каком месте будет стоять. Тут выбирайте так, как вам нравится. Я, например, беру вот этого мальчика в сине-красном плаще и приклеиваю наверх крыши, смазываю детальку эту клеем и приклеиваю. И беру зеленого мальчика и голубого. Голубой, наверное, будет в небе у меня лететь. Также с обратной стороны аккуратно смазываю клеем и выбираю место, которое мне больше всего нравится. Вы можете его выше приклеить, да, либо в какой-то
другое место. И последний остается мальчик в зеленом костюме. Он у меня будет лететь на небе. Или же нет, пусть лучше вот стоит, наверное, на крыше. Да, вот так вот мне нравится больше. Здесь делайте так, как вам нравится. И вот такая прекрасная поделка аппликации у нас получилась.